Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это Алекс самый позитивный, это Колян самый двухкосичный, и мы опять в Гаррис моде. Прошло 7 лет с момента последнего выхода кооператива по этой игре, потому что карт не было, и тут мы нашли что-то новое, поэтому сейчас мы быстренько перейдем правила и пройдем ее. Да, ну что самое забавное, их и сейчас нет этих карт, потому что мы нашли всего одну новую карту, которая более-менее достойна нашего внимания. Нет, еще решили, что сегодня не будет никаких смехуёчков, ничего этого веселого. Мы будем читать... Сегодня просто глупый и грустный выпуск по кооперативу, да, который вы просили. Да, давай глупо и грустно. Ой, да, и отвратительно просто. Давай правила, не, не используйте полет, используйте только предметы, которые вы здесь нашли, и идите нахуй. Ну понятно. Короче, чтобы стартовать, войдите в следующую комнату. Да, очень быстро. Чтобы зайти в следующую комнату. Нажмите ну, кнопки. Понятно. Все, пойдем, нажмем кнопки, да и все, дело. Вот нажал я кнопку. Охуенно. Wakey-wakey, пора просыпаться, говорит. Wakey-wakey. Это рэпер. Wake it. Так, это, короче, пародия на пиво. Значит, смотрите, но все-таки по правилу по одному давайте... Ну, подожди, он разговаривает, подожди. Ты любишь загадки? О, я ловлю. Я надеюсь, тебе понравится загадка. Я убавил звук у игры, чтобы было заебись вообще нормально. Ой, газ пошел, газ пошел! Какой газ-то пошел? Ты о чем? Токсины пошли, да. А, токсины. Это надо, короче, выводить. В общем, он о чем говорит? О том, что в этой комнате заполняется газом, сейчас ты отравишься. А где вы взяли лом-то, слышь? Нашел. У меня нет лома. Я нашел лом. Бля, ты опять постоянно... Воу, ебать, что это было сейчас? Через час пищит, ты, говорит, умрешь. Через час ты умрешь. Ты что, блядь, час будем записывать? О, я нашел матировку. В общем, смотри, в чем прикол. Смотрю. Дмитрий, Алексей, друзья, мужики. Да, да. Смотрите. Смотрите, вот это вот типа лекарство, как я понял. Да, что такое? Давай разобьем. Вон есть еще сейф. А вот лом упал. Лом упал, да. Он продолжает говорить, ну ты меня-то не бей. Ну дверь-то закрыта. В общем, что надо сделать? Он говорит, что кей-карты надо находить новые какие-то эти. Здесь сейф есть. Так где, в этой комнате все надо делать-то или что? Нет, мы сейчас дальше пройдем, сейчас он добазарит. Но он не пускает. Ну, блядь, мужик, завязывай нахуй, давай нормально все скажи поняли, и все, давайте, блядь. Пошли. Хуйню куда городишь тут, блядь. Мы вообще-то по-серьезу проходим, готовы, без всяких шуток твоих этих ёбаных. Да. Мы уже даже вот решили не смеяться, нихуя не делать. Вот где? Одна из них. А, вот, где ты ее взял-то? Но вы тут все раскидали. Так суй ее, суй. Она вообще-то, да иду я вставляю. Вон суй в сейф ее. О, все, сунул, давай, все, пошли. Наконец-то, блядь, отговорился. Так ее надо было в сейф сунуть, Колян, ты че? Нет, а, нет, ну, не в сейф. Она в сейф не сунется. А где она? Сейф. Я так понял, что этот сейф надо, наверное, открыть. Смотри, да, смотри, я открываю, смотри, вот кей-карт. Понял, засунул, смотри. Вот, видишь, зашла. Сейфы, которые, блин... Так, народ, давайте как-нибудь по одному какому-нибудь идти маршруту, чтобы потом не заблудиться. Надо карту вон забыть, чтобы она здесь лежала, запомнить. А, Диман. Смотри, букву Ку нашел, смотри, букву Ку. О, Ку нашел, да, ну охуенно. Пошли с ней. Иди. Складывай все здесь. Иди сюда с ней. В одну кучу. Куда? Ну, нет, в одну кучу. Да, потому что к сейфу ее надо идти. Да, может быть, к сейфу. Давай, окей, давай. Давай, блядь, попробуем. Без проблем. Смотри, нихуя не сработало. Нет, ты положи ее просто рядом. Ну окей, давай соберем слово бык. Давай. Ну и все, заебись, пойдем вот сюда. Вот сюда пойдем. Почему? Не работай сюда. Пойдем там сюда. Зря мы. Ну, бля, наверх-то вообще-то рано идти. Наверх сначала. Вот! Вот, смотри, ищи. Вот и все, заебись. Вот буква С! Вот, ну, буква С! Слово матерное. Все, можно, да, можно. Если у нас буква С, а вот Б, бери. А нахуя мне Б-то? Ну бери Б. Надо, наверное. Б. БЦКУ. КУБЦ. Пойдем положим, да? Куда? Ну, конечно, КУБЦ это нормальное слово. Ой, я потерял. Смотри, а, вот, да, хоть я потерял-то, давай, клади. Подожди, сейчас. Вообще смотри. Есть идея просто здесь их сбрасывать, зачем туда так к сейфу? Так а куда, блядь, это КУБЦ нахуй? Да просто вот сюда сбрасывай ключу. Ну ты нахуя переверни ее, ты что делаешь, сейчас запутаемся. Ты, блядь, кинул сюда, это буква С, а не пробел, ты что? Во, нормас, пойдем. Пошли. Ебать, запутываешь, короче. Зачем вы их сюда сбрасываете? Не знаю. Колян, так надо, по правилам написано. По правилам, там так написано. Мужик же нам говорил, блядь. У сейф. А, ну ты все перевел. Закрыто. А, ну да, точно. Тоже закрыто. Смотри, открыто, заебись. В! Во, опять что-то пиздит. Нажимай кнопки. Жми на кнопки. Не работают ни пизды они. А вот эти. Вот, смотри, открылось, отлично. Открываются, спускаются, раздвигаются. Охренеть, слушай, вот это круто. Хуйня какая-то, на самом деле. Я вижу букву Т. Там еще есть буква.
Я Т вижу, где? Или буква Х, как бы тебе больше понравилось. Вот, Х, смотри. Х от слова, блядь. Смотри, вот буква еще П, и там буквы, тут весь алфавит ебаный. Нажимайте есть на кнопки, я, может быть, как-нибудь туда поднимусь. Так мы я пойду букву пока отнесу. Мы будем, блядь, бегать по комнатам и искать весь алфавит, что ли, английский? Вы ну, нет, здесь, дела, да. здесь еще есть буквы в этой библиотеке, вы зря сейчас ушли. Мы ушли так с буквы. Так я нашел там букву П и букву еще какую-то там, я уже отнес, хорош. Курьерская служба, заебись. Ну ты посмотри, там еще есть буква Т. Ты взял ее? Т и буква П, вот, но их не достанешь. Ну они, да, их не достать, надо что-то давайте сделать. Давайте жмите на кнопки, короче, смотрите. Вообще смотри, вообще смотри, вот здесь о, есть поднялась кнопка. Где? Я что-то... Вот там. До нее надо достать. До нее надо добраться. То есть надо разные кнопки будет нажимать. Колян, давай я буду нажимать на кнопки, а ты скажи, когда будет хорошо. Да. Вот сейчас заебись. Кнопка G, блядь. Его, бля, в потолок утащила. Последнюю надо спустить. Последнюю спустить? Подожди. Я не знаю, какой кнопкой, но ты ее попробуй спустить. Давай, давай, сейчас попробуй, погоди. Что-нибудь сработало? Бля, не та, подожди-ка. Не работает? Нет. Бля, давай, это не та, подожди, что ты нахуй ты все подряд нажимаешь? Да ты что ж нажимаешь на эти кнопки, подожди. Да нихуя, а, смотри, все, все, вот, все, нормально, все, нормально, все, нормально, нормально, нормально. Последняя вон там, смотри, стой, подожди, вот здесь, вот я тебе отвечаю, смотри. Давай, давай, вот такая вот, смотри, опа. Угу. А да, 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 молодец. Понял, 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 разбивай нахуй. Давай, бей, бей, бей ее, бей, бей. Забирай. Бей, Колян. Ну бей, Колян. Колян, бей. Она не... Бей. Подожди, подожди, я... Нажми на Е, Колян. Чё ты понял? Блять, мы не с этой стороны... А, подожди. Подожди, нормально все. Подожди, стой. Может, я что-то нажал уже, нет? Ничего ты не нажал. Нет, не нажал. Так нет, вот эти буквы ёбаные надо достать. Ну ты, Колян, разбей ее просто, да Колян, и все. Колян, да не разбивается. Да сильнее бей, ну что ты, блядь? Зажать, что ли? Зажать кнопку? А, подожди. Нет. Но это не то. Подожди, смотри, давай стой, я... Стой, 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 стой. Не работает вот эта хуйня. Вот это. Стой. Тоже я не хочу работает. Туда еще запрыгнуть. Ну, чё, блин, получилось, может... нет? Смотри, рано, нажимаю. Рано, я не могу нажать. Может, кто-то другой нажмет, а? Нажми, чтобы вторая опустилась. Подожди, давай я попробую. Подожди, давай подожди, я подожди, попробую. Подожди, подожди. Стой, вот сейчас нажимаю еще. Может, это хост должен делать? Ты же хост. Давайте, мужики, давайте, да. Какая давайте разница-то? Я а фиг знает, я попробовал какой-то нажимать, не нажимается. Так о, она там в стекле просто. Так, вот это только мне еще опустите. Какую? Ну, вот эту вот последнюю. Нахуя? Ну, мне, я хочу кнопки пройти. Я что-то не пройду. Нет, опусти последнюю. Я не знаю, как... Вот это последнее. Во, во, все, 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 красавцы. Пробуй, нажимай вот. Так она за стеклом, ты ее не сломаешь, нихуя. Там нет, там есть дырка. Вот он смотрит на нее прям. Там дырка есть, да. Ну, еби она... по ней ловом-то через дырку. А я что делаю, по-твоему? Че за говнючая карта, ебаный брат? Нихуя она не работает. Ну так пойдем в другие комнаты странно просто, че париться-то? Вот сейчас нажми. Вот, нажимаю. Ну и че происходит? Я хочу туда, к ней, блядь, нахуй пробраться, у меня не получается. Да как он ты проберешься сразу за стеклом, блин? Да, она подожди, за стеклом не, только сейчас уже стороны не нажимайте на кнопку. Ну-ка, слезь оттуда, Алексеевич. Давай. Пойдем в другую комнату, тебе говорю, сходим. Нет. Да что нет-то? Блядь, ты... Ты этой ерундой сейчас не занимайся. Тут, блядь, две буквы. Две буквы эти надо взять, чтобы освободить вот эту хуйню. Надо нажать на кнопку. А она не нажимается нихуя. Не, я пошел, короче, в другую комнату. Пойдем, Колян, ладно. Все, пошли. Ладно, блядь, Колян, пойдем. Да это все без пиздеж, беспредельный. Во, нормально, нашел комнату, пойдем. Пошли, пошли. Пускай Колян разбирается пока. Вот гараж, Колян, все, здесь сюда надо идти. Колян, мы машину нашли, пойдем. Смотри, букву Л, Лех, бери. Я иду, но возвращаться все равно придется. Нет, блядь, нет, а не может мы напрасно все буквы-то это туда все относим? Это все наебалово. Может мы напрасно относим все буквы-то в одно не, место? Не, не, надо относить, пошли, пошли, пошли. Не, в одно место их точно относить, но не к сейфу. Ну, по-моему, сейфу, тоже не к сейфу. К сейфу, по-любому. Да? Блин, ну, библиотека. Да я отвечаю вам, прям... смотри, там сейф. Пойдем, 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 пойдем. Такое чувство, что не доверяете мне, ну серьезно. Блять, я че уронил, подожди, вот. Нахуя ты роняешь ты ее? Пойдем, пойдем, пойдем. Ну я в тебя врезался, ты большой. Ну бля, понимаешь, я первую букву нашел, значит я же знаю, куда их ложить. Ну смотри, пойдем, давай, дальше. Давай сложим слово. Какое? Не знаю. Хуй? Нет, хуй тут не сложим. Ну здесь никак. Так, пойдем, никак, короче, да, вот сюда, в эту сторону. А где вы Колян? Знаете, что мы еще по лестнице не поднимались наверх? Так а мы еще и влево не ходили. Где мы Колян? Налево... Колян, Колян, иди сюда, пошли, иду, пошли, пошли. Пойдем, пойдем. Он, бля, только на шесте забежал сюда. Только не да шестую. Я просто, блин, в библиотеке вау, был. Так это то же самое, подождите. Мы тут а с хуяль-то все открылось-то? Закрыто. Хуёво. А, так по кругу, что ли, мы идем? Нет. Открывай. Да тут все закрыто. Ну, значит, наверх надо идти, я же тебе говорил.
Колян, ты чё шифтуешь-то? Да он ебашит только так, блядь. Ну что, побыстрее? Ну не надо побыстрее, ты по-пацански опять поступай. Ты по-пацански, ты Колян, цвет. Блядь, как резидент. О, буква У, смотри. Лёх, принимай внизу букву У, я тебе скинул. Давай. Зачем ее там принимать, просто скинь. Ну чтобы отнести ее, блядь. Сука, блядь, вот. Хуйня ебаная. Ну ебать, она теперь не поднимается. А куда ты ее скинул-то? Да я ее имею в виду, перевернуть хочу. А, кстати, время, ну-ка, оно идет здесь или не идет? Часы вон висят. Висят, да, но время... Он же сказал, что всё, у нас отлично, час. Перевернул, нормально. Не знаю, я не вижу, да что, он пиздит, что какой час, тут эту карту час проходить не будешь, тебе все дыри откроешь и нахуй ее пошлешь. Это мне слабо в это верится. По-моему, тут что-то замудренное, блядь. Да это поебота какая-то. Вы пробовали эти двери? Вон еще в конце... Опа! Что происходит? Хуйня, блядь. Тут двери открываются, закрываются сами. Нихуя. Собой. Это скрим. Вот еще буква одна, мэ. Мэ. И часы, мэ. часы. Бери мэ. Беру мэ. Вот, смотри, ага. Тут что-то повернулось, сейчас стрелка, отвечаю. Точно? Нет. Ну, значит, тут по-моему, повернулось что-то пройти. Сейчас. Ну, пойдем, значит, мы не успеем нихуя. В реальном времени. Нихуя на мэ здесь алфавит, это же бредятина ебаная. Подождите, а мы направо-то ходили? Нет. Так ты куда вот с буквой-то пошел? Ну, а пойдем с буквой-то, чтобы... Да мне, просто выброси ее вниз и все. Ну, кинь ее вниз. Да не вы, да мы просрём, блядь. Да не просрём, она там на лестнице валяется. Ну ладно, пойдем. Все хорошо, зато мы ее увидим, вот ее видим. Вот, открыл, смотри, отлично. Я ее вниз сбросил. Вот, нашел букву У. Ты где сам-то есть-то? Вот букву У несу. А там ничего больше нет? Нет, там только букву. Блядь, потерял букву. Ты неси букву, а я пошел дальше. Ты неси букву. Ты неси, букву, букву. Что за ебаное говно? Ничего не получается же. Ты не синий, не лег на провода. Нихуя найти, мы не можем нихуя. Дайте нам ебаные вы буквы. Ну чё, вы накидали вниз букв, блядь? Понесли их туда, хули. Составляйте пока слово, я пошел. Какое слово, блядь, из всего алфавита составишь? Мудак, блядь, можно составить слово. Ебаный, блядь. Ну, блядь, ебаный мудак можно составить, ну. Я ещё чё-нибудь попробую. Ну вот, смотри, я составляю, смотри. Мудак, смотри. Вот, му. Му. А Д-то нету? Д нету, да. Ну, значит, блядь, мубак будет. Какая хуй разница, блядь? Тут нахуй. Так это все, это конец. В смысле конец? Ну, слово не составляется. А, буква-то мубьюк будет. Мубьюк, нахуй. Мубук. Мубьюк, нахуй. Мубук, как мубук, нахуй. Короче, нам нужно лекарство, мы же отравимся, нахуй. Да ничем мы не отравимся, он пиздит все. Он газ пустил. Все газы пускают, никто же не умирает. Не, Колян, ты чё там? Ты там не дури. А я хотел считерить и нажать на нее. Так она не нажимается же. А, ну и что, у тебя получилось? Вот эти-то вообще не двигаются. Так в том и дело, что надо как-то открыть. Надо, видимо, в каком-то нормальном порядке-то нажать. Так в каком порядке-то я не ебу? Что они просто хуйня, двигаются. Подождите, нам надо обязательно точно нажать. Нет, они на не ту просто кнопку, двигаются. Который... Что происходит, меня как-то откинуло? До которой мы не смогли добраться. Это точно кнопка должна нажаться, только хуй знает как. Может, надо какой-то пистолет ее пострелить, она бронированная, типа. Мы не у нас только ломики. У нас только ломики, к сожалению. Может, он нам что-то говорил в это время, пока мы проебали все? Там еще вон одна кнопка. Где еще? Капец, а вот еще, бля, ебать. Че, вы там нашли еще одну кнопку, что ли? Да. Колян, это самое. Диман, понажимай там кнопки, чтобы я опять дошел до нее. Так я нажимаю. Да, попробуй последнюю, попробуй последнюю опустить, а? А нахуя там Колян стоит? Ну так я... у него не получается. Я подлетел уже так это. Ну, блядь. Может, он с читом не работает? Бля, не знаю. Короче, смотрите. Да тут че кнопки-то не контачат? Да не нажимается нихуя. Они одновременно не нажимаются. Подожди, так вот реально тут еще одна кнопка. Блять, почему вот эта-то хуйня не опускаются вот эти-то шкафы? Да хуй узнает. Там же тоже кнопка. Хуйня какая-то, блядь. Да вообще параша ебучая карта, подожди, блядь. Слушайте. Не страшная даже ни разу, нахуй. Я тебе говорил, блядь, три звезды не просто так стоит. Слушай, а может быть одновременно надо на кнопки нажимать, а? Они не нажимаются одновременно, нихуя. Она должна ведь и в одиночку проходить, как одновременно-то? Ну, мало ли. Она хуя так куча видео, для... поэтому она не работает, ни пизды. Может, она чисто для компании только, эта карта. Мы же не знаем. Для какой компании? Ну, для нашей веселой. Для маленькой такой компании. Блять, а вот же еще дверь, вы че? Ёбана в рот, ну конечно же. Ну, где ты? Пиздец, я еще дверь-то нашел. Да где ты есть-то, блядь? Ну, пойдем сходим, может, что-то оно как бы. И букву еще нашел, и пушку нашел, блядь. Где? Да вот же, блядь, тут дохуя букв. С пальцем покажи. Да ебать, их тут 7 букв еще валяется, вы чё?
Идите сюда. Где он, а? Да вот тут я, блядь. Где тут-то, ёпта? Вот. Вот же ж, вот, блядь. Ну, где? В коридоре я. Каком? Где? Внизу, наверное. Бля, внизу. В каком коридоре? Да рядом с библиотекой, блядь, я. Где вы? Иду. Вон ты. Нахуй вы туда-то убежали? Ну и что? И что ты нашел? Пошли. Ну. Блядь, да за мной идите. Идем за тобой. Нахуй ты меня бьешь вообще? Вот, смотри, я ебать нашел вообще пиздец. Видишь, дверь-то открытая. Это я сейчас открыл. Так. Вот, смотри. Вот буква С. И там сказал еще 7 букв. Вот буква З. Пушка, смотри, пушка. Вот пушка, блядь. Бери пушку. Она не берется. Это хуйня какая-то. Ну давай берем тогда каждый по букве. Давай. С. Взял. Да, 7 букв. Действительно 7. Ну 7 Z. Ну правда 7 букв, да. Считается 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Да. Слушайте, а может быть эти, блядь, буквы можно как-то сложить из них чего-нибудь, что нам откроет в итоге вот эту кнопку? Слово, например. Ну какое-нибудь слово, которое нам откроет эту кнопку. Z, да? Открой, типа. Ну да, типа того. Open. У нас уже было Z, по-моему. И B было. Да? Нахуя нам по две буквы-то одинаковые? У нас не было Z, B было. B было, блядь. А Z не было, да? Вай было. Ай, блядь, что это хуя. Слушай, а давай их, блядь, закидаем в костер. Правда, это такая, наверное, мысль, блядь. Стука, блядь. Я просто так, не знаю, что... А, так может их в этот автомат ебаный надо? Бля, ну смотри, тут монтировки... Автомат, ну стой, попробуй. Монтировки тут же не просто так дают, они постоянно падают. Смотри, я сую в автомат, смотри. О, что-то упало! Чего? Да это монтировка ебаная. Она постоянно падает. А, блядь, так это хуйня ебаная. Бля, может шкафы надо разбивать? Потому что шкафы разбиваются только так. Так я все уже разбиваю, там. Может после каждой буквы открывается какая-нибудь ебаная дверь? Или типа я, определенную смотрите, букву, определенную дверь надо носить? Смотрите, я букву сунул в камин. И ничего не произошло, блядь. Так это хуета вообще-то получается. Ну, да вы по-любому что-то где-то пропустили, короче. Я вот ботинки нашел. Да тут что и можно было пропустить, тут, кстати, я начал дверь читерить. И чё? Двери-то закрыты, блядь, а? Дверь, за дверями вообще что-нибудь есть? Так, Колян, посмотри, там есть что-нибудь за закрытыми дверями? Нахуй ты верно. Нет, я не про то говорю. О! Что? Там, короче, за той вот, за тем стеллажом, на котором кнопка не двигающаяся нифига, там есть кей-карт. Откуда? Как её там взять, блядь? Так я не знаю, почему так-то получается, что я не могу нажать. Нет, подожди, стой. Сейчас. Карта поломана в хламину. Уверен? В смысле поломана? Ну чем ты это сделал? Колян, прости. Прости, Колян. Да зачем ты меня убил? Енота убили, ну. О, блядь, что такое? Я нажал, походу. Да, время идет. Нажал? В смысле нажал? Нет, она не нажимается. Ты нажал на нее? Ну, на мой нож. Не, нихуя не нажимается. Нажал, нет? Ну потыкай еще. Потому что мы уже все перепробовали, это пиздец какой-то. Ну я пытаюсь, но нихуя. Так она тут-то открыта же. Так открыта, в том и дело. Я думал, она тут закрыта. Может, типа как, ну-ка. А может тебя надо, блядь, повыше поднять? Да, вот так. Ну-ка попробуй сейчас. Да нихуя. Тебя сейчас там сожмет. Да ничего он не сжимает, нормально все. Да говно ебаное, вообще пидорская кнопка, блядь. Ничего же больше не двигается, как тут может что-то двигаться? Есть, блядь, у вас гравиган этот, ну гравитиган, ну-ка, где эта гравипушка? Нет, у меня нихуя. Сейчас я возьму гравитиган. Наколдуй, ну-ка наколдуй, посмотрим, блядь. Так а смысл вообще в этих буквах-то какой? Не знаю. Сложить слово. Какое? А где, как гравити-то взять, где она? Так нету ее. Надо было слушать, наверное, что он вначале говорил. Да, конечно, уже рассказывал правила, блядь. Он же конкретно Макаров говорил нам, что надо делать, блядь. Бластер, озер. Где, блин, а вон гравити. Да он тебе нахуй нужен-то вообще? Я хочу убрать эту штуку отсюда, вот так. Какую штуку? Вот так сделать хочу. Нихуя не работает вообще пидрильская игра, блядь. Я убрал стеллаж. И чё? Где-то тут я видел... Здесь ремонт сделал, блядь, по-бырому, погоди. Коля, ты что натворил-то? Ты кнопку вынул? Ты прям с корнем ее вынул. В смысле блядь кнопку вынул? Опусти ее вниз, Колян. Вы что, блядь, делаете-то, ебаный свет? Колян, опусти вниз кнопку эту. Опусти ее. Опусти, Колян.
Мы понажимаем. Вот, все, смотри. Стой. Да она не рабочая, бля, она даже не подключена ни к чему. Че за наебалово-то? Тут должна быть эта кей-карта, я ее там с читом взял. Отодвинь вот этот колен, слышь, шкаф, блядь, мы нажмем на другую кнопку. Бля, вытащи букву вон просто отсюда. Вон кей-карта, где? Она вот там внизу. Сейчас я опущусь. Где? Небес, внизу? Блин, на землю. Ну ты проебался, кей-карта. Вот там она вот за стеллажами. И заебись, и где за стеллажами, я же не вижу. Они да, отодвинь этот шкаф, нахуй. Так тут шкаф в шкафе, они не работают нихуя. Сейчас, постой. Бля, Колян, вынимай по одной книжке, нахуй, блядь. Вытащи вот эти ебаные буквы, да и все, блядь. Дома, блядь, нахуй, сука, блядь. Толстой, блядь, нахуй, стоит тут, блядь, война и мир, блядь. Что за поебота вообще, блядь? Вон она, вон, сейчас я ее достану. Ебатарии, блядь, а? Вот там она, блин, лежит. Че она упала? Где это поебота-то? Гравити этот ебаный. Где он находится вообще? Колян, ты сквозь стеллажи прошел. Колян, ну, да. Где пушка-то находится, эта ебаная? А, вот она где-то в озере, по-моему. Все, заебись. У меня кей-карта не берется никак. Или это не она, блядь? Ты взял ее? Гравити ган. Нет, как ей пользоваться? Нет, не гравити, физик надо, физик с ган. О, блядь, ты угораешь. Колян, ты взял? Рано. Подожди, сейчас я тогда возьму еще эту, тогда возьму гравити. Где, на озере тоже, да? Нет, она фиг в начале. Half-Life? А, вот Gravity Gun, да. О! Все, я ее вынул. Кого? Вон, доставайте эту ключ-карту, вон она. Где? Где? Вот. А, вот, да, всё, да, да. Все, неси да, ее да. Туда. Ух, зачем она? Бляха-муха, дебилизм. Охуеть. Только смотри, ее не потеряй. Давай. А, так подожди, надо тогда и со всем остальным также разобраться. С чем со всем остальным-то? Вон, вот это вот все. А, там вот, достал, кнопка, достал, да. Достал букву, смотри. Ремонт делает. Сейчас достану букву, подожди. Охуеть, мы проходим карту. Вытащи, вытащи, вытащи стекло мне. А стекло не вытаскивается, по-моему. Почему стекло не вытаскивается? Там еще кнопка есть в этом. Вот, надо вот это все убрать. Давай ее принесу сюда. Нет, нет, боковой правый убери. Вот я кнопку принес, смотри. Трясающе. Бля, я принес стекло, только кнопку не принес. Кнопку я нашел. Нажми на нее. А я ее прям выдрал с корнем. А нахуя она, блядь, просто, блядь, стеллажи вынесла. Вы ебать себе библиотеку поломали, нахуй. Бля, во, все, нашел дырку в окне, отлично. Бери буквы. Смотри, бери букву. Бери, сука, букву, падла. Да поверни ты ёб. Вот, все, заебцы. Вот, отлично. Заебцы. Заебцы. Заебцы, я бы даже сказал. Не берется. Да блин, надо убрать, мешает. Все, 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 все. Убери, убери ебаный ящик, Колян, убери, я букву зацепил. Бля, Колян, убери ящик, все, заебись. Убрал. Вот, все, буква. Нифига себе, а там еще должна быть одна буква. Бля, Лех, забери букву, Лех. Не могу, у меня скетч-карта. Или скетч-карта. Скетч-карта. Колян, я застрял. Скетч-карта. Колян, как летать-то? Карта для снятия. Колян, как летать? Для скетчей, да. Для комеди-клаба, бля. На В, нажми на В. Бля, на В. Застрял нахуй. Ты во мне уже застрял. Карта, блядь, для комедий клаба. Все, вот, нашел карту одну, смотри, валяется. Сейчас вторую достану. Ну, берите букву Т, нет? Все, взял, 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 взял. Все, я ключ взял. Иди, иди сюда, сука. Все, Колян, заебись, бери букву. Я беру... Бери на Е, на Е, на Е. На Е эту, пошли, все, вот, все. Ну и че, бля, кто тут еще что скажет, нахуй? Больше, сука, ни одной буквы здесь нет. Пиздобратья, блядь, пиздобольная. Охуенно, блядь. Куда сувать-то этот ключ-то? В сейф? Или куда? Или, блядь, в эту хуйню, блядь, поеботу эту, где лекарство. Надо с кей-картой-то куда-то еще проходить, пробовать в другие комнаты. Ты че, ебанулся, что ли? Да берите, короче, а у нас где она? Кей-карты есть. У нас вот, есть я... две кей-карты. Я взял карту, ну что с ней делать? Ну пошли в двери. И к другим дверям пойдем. Ну пойдем. Открывай, а где вторая-то? Две должно быть, две кей-карты. А одна вот две? Тут лежала где-то. Открывай. А которая в начале была. Открывай дверь. Ну, подожди, я... Что за нахуй? Вот подходи к двери, открывай. Да подожди, а взять-то ее, блядь, не могу. Ну вот сюда вот открой. Да хуй там. Начальная карточка где? Бля, она тут валялась. Вот она валяется. Да съеби нахуй, блядь, чемодан. Давай ебучий. Все, пошли. Да тут, блядь, чемодан нахуй. Те двери просто пробуйте, открывайте. А как она просто подошла и открылась? Наверное, просто, да. А где, где, куда? Любую дверь закрытую. Ну вот не работает, не пизди вообще. Не работает нихуя, слышь, Колян? Ты наебать нас пытаешься? Да, действительно, Колян, что за хуйня? Ты можешь вообще эту карту сам сделал? Дальше, дальше, дальше.
Сам сделал, да. Поэтому наёбываешь теперь людей, блядь. Не протестил. Вообще пиздец, хуета. Может, блин, на этом, может, на верхнем этаже где-то что-то вот должно подождите, открываться. Подождите, а может, это ключ от сейфа? Натуре. Попробуй. Да, он же синий, сейф синий, все заебись. Но я еще тут стеллажи подергаю. Я пойду к сейфу, да. А я пойду на второй этаж открывать. Давай, Диман. А я попробую сейф открыть. Нет, она сквозь него, блядь, проходит, сквозь сейф. Ебать вообще пиздец, а. Так ты иди с этой карты на второй этаж. Бля, я проебал карту. Как бы? Она прошла сквозь сейф. Я карту проебал, блядь. Да в смысле проебал? Я проебал ее, серьезно, блядь, она прошла сквозь этот ебаный. Тебе доверили одно простое дело. Пиздец, ну, проверить открыть карту, ты проебал ее. Я ее проверил, блядь, она прошла сквозь этот ебаный сейф. Ну-ка, блядь, подожди, отойди оттуда. Да, Колян, вынь сейф. Да нихуя не открывается, вот, здесь ни одна дверь. Не открывается. Сейф, блядь, не работает, хуя это тоже не работает. Да все говно. Сейчас я этой синей штукой все открою. Давай. Нет, я пробовал, здесь нихуя не работает, Колян. Не работает. Да где карта-то? Ты проебал ее, серьезно? Не-не-не, я достал ее. Нет, все. Вы где вообще? Ты мы на тут первом этаже все пробовал этой картой открыть? Ой, подожди, тут что открывается-то? Вот, заходите сюда. Во, мы открыли, Диман! Где? Мы тут не пробовали. Тут кухня, блин, какая-то. Где? Ну, какой этаж-то? Первый, да, этаж, первым, на первом. Слева. Вон буквы-то висят, еще 50 штук. Бля, я же вам говорил, что надо бегать с картой, а ты как, блядь, этот? Блядь, 54 буквы висят. Не открывает, да, не открывает, блядь. А, их надо протащить по лабиринту, смотри, ебатарий, блядь, а. Ну, по лабиринту вот так протаскиваем. Еба, вы что, угораете? У нас не было изначально гравипушек же, ну, по-моему. Значит, их надо было начитерить. Замечательная игра. Так они так не снимаются, не пизды. Так давай на Е просто, блядь, снимем, слышь? Их нельзя снять на Е. Почему? Давай собьем. Подожди. Надо найти выход отсюда, из этого лабиринта. Да вы что, прикалываете, что так ли? Так он не работает, блядь, не пизды. Вытягивать, блядь? Вытягивается, только плохо. Ну вот это застряло уже, все. Мы каждую, блядь, нахуй, так будем вытягивать, что ли, букву? Да вы что, гоните, что ли? Кто застрял-то, где застрял? Вот, буква одна застряла, нахуй. Блядь, вот это железо. Они, блядь, все застревают. Нет, так. О, тащишь, молодец, красавец, давай тащи. Только подожди, надо. Так ты в обратную сторону ее тащишь. В обратную, да. Диман, а ты попробуй вытащить вот эту. Какую? Ну вот, эту G. Да на стол же запрыгни, господи. Вот G вот эту. Да не вытаскивается нихуя, я тебе говорю, она застревает. Она не вынется так, не? Хуетень какая-то тупая, блядь. Не, ну ты тащишь при. Нет, смотри, ты тащишь. А, подожди, а там же, блядь, тут. А, нет! Вот, вынул! Натащи! Все, давай, где она? Вон выкинул туда. Куда? А, вот вижу. Вот еще так, одна, понял, делов-то, блядь. Давай, это самое, бери и понесли. Все, пошли. Подожди, в смысле, бери и понесли. А, ты прямо так их выдираешь с корнем? Да, да, хули, блядь, думать-то. О, подожди, буква В еще, буква. Блядь, чего лата ебать? Ой, тут 50 тысяч букв, сейчас надо возвращаться за ними будет. Блядь, столько в алфавите нету, Колян, что ты пиздишь? Да. Да снимись ты, пидорское говно, блядь. Какая новая придумал, блядь. О, Колян. Бля, Колян, убери ящик, он мне мешает вообще. Колян ушел. Ёбаный, Колян, ну ты чё? Я выключился уже, ушел. Из игры, что ли? Колян ушел просто. Просто ушел. Бля, опять застрял, заебало. Блин, надо бля, вот эти забирать. Бля, тут же двери открыто, смотрите. Тихо! Что надо? Вот это пиздит. Смотри. Походу еще отравит. Смотрите, здесь, блин, ребенок и собака, смотрите. И сейф. Убей их нахуй. Еще какой-то, блядь, комар, ну тут рисунки. Иди сюда. Бля, ну это никак не слетает вообще буква. Подожди. О, блядь, у меня шкаф упал сам. Попробую на еще раз, как не слетает. Ну, вообще не лезет я никак. Я пока буквы отношу. Слушайте, по-моему, сюда надо ставить, блядь, букву. Точно, вот, мы не туда. О, все, вытащил, алфавит, заебись. Блядь, это самое, Диман, иди сюда. Чего? Диман, иди сюда, смотри, вот где нужен алфавит. Вот ребенок, смотри, child, там, я не знаю, вот там со собакой дом, да? Какой пизду child, блядь. А кто, блядь? Ну, дог, собака, блядь, вот кэт, кошка. Это надо все складывать из алфавита. Подожди, я сейчас блядь, приду. А как муха будет по-английски? Муха. Fly, да. Fly, а ребенок как будет? Ох, беда. Kid. А, ну, кит, точно, наверное, кит, да, точно. Все, пошли, я ж, бля. Ой, бля, делов-то, ебать. Никуда, смотри, вот беру буквы, собаку нахуй несу. И тут сейф-то тоже не стоит. Да, и смотри, как раз буквы, короче, с этим, как его? Неси эти буквы туда, док, неси, буква, не неси, а? Да, ищите, о. Или кэт, вот. Что еще вот, давай, я кошку кэт сделаю. Я букву А сюда пихаю. Ну, я букву Г принесу.
Я С взял. Где вы? Вот. Бля, кто Г-то унес? Я С взял, смотри, я кошку сейчас буду складывать. Я пошел тут тогда уже. Есть буква О. Нет, так а что ты криво так поставил? Бля, застрял, бля. Ебать. Буква О, где Б-то? Бля, это не туда, что дерьма, блядь, кусок. Вот. Че вы переворачиваете ты их вот, Д? А где буква Г? Кто-нибудь пиздил ее или нет? Кого? Букву Г, наверное, не находили. Да как это Г-то, блядь, была? Была, точно? Да не знаю, наверное. Сука, такое впечатление, что мы в школе на уроке, блядь, английского языка, нахуй. Да здесь нет подожди, буквы Г нигде. А, Т, Т, Т есть там? Или нету там Т? Ладно, я Т беру, короче. Я кошку может, складываю, еще я там складываю кошку. Может, еще они все двери-то проверили? Да вы что, угораете, там, блядь, просто проебали просто. Колян. Да. А вот Т, смотри. А, так вот буква вот. А, это, блядь, наши. Во, Кэт, я сложил, у меня огонек загорелся. Ну, заебись. Так, я Ф нашел, Я кошку, блядь, сложил, я у меня огонек вижу, загорел. Вот. А, так давай Леха, может, одну утащил. Так я вот, Кэт, я же кошку сделал. Смотри, слышишь, иди сюда. Давай, да все, тащу Y нахуй. Клади. Ф я ложу. Подожди, а G, G нету, да? Нету нихуя. А G проебали, значит, да? Значит, надо искать. Нет, мы ее не находили, наверное. Да находили, наверное, она тут еще... должна была висеть. Нет, G была, по-моему. По-моему, G была. Лёха же её утаскивал. Отнес, значит, я ее отнес уже. Куда? Куда отнес? Ну, вот сюда куда-то есть. Надо что еще надо? L. Какие буквы еще? L. L, 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 L. L, K и так, D нужно. А, и D. L. L, K и D. Ну, ладно, L я и вижу. А D, да, есть? Я просто пытаюсь найти G. L, подожди, так они же двусторонние же. А, они односторонние буквы. Односторонние, да. L, K и D надо. Вот она, G-то, ёбаный в рот валяется, пидорасина. Вот ставь. Я L несу. Лёх, ищу K и D. Да вот ищу. Это три буквы. K и D? Да, это не две, это три. K и D. Fly. Всё, Fly загорелась. Ну смотри, вот собака. Собака загорелась. Сейф собака открылся, загорелся. Смотри. Пиздюк блин, вышел. Надо смотри, пиздюк, пиздюк. Где пиздюк? Вот пиздюк. Вышел прям, блядь, вышел? Ну-ка, давай, давай сюда ребенка вышел? Положим. Положи. Клади ребенка. А, о, точно, все. Второй сейф от... Блядь, ну ключ-карта, конечно же, от этого ебаного пидорского зеленого сейфа говнючего. Пошли. Пошли. Бля, ну ебать, карта страшная, пиздец. Да, обосрались прям пока проходили. Страшно, я ебал. Да. Ты не все, туда пошли. Пошел. Так вот сейф-то, вот это... пойдем. А где сейф? А куда вы его утащили сейф-то? Так вот он. А что он висит, блядь? Да это от другой комнаты, пошли. Это вот от этой хуйни, наверное. Пойдем открывать другие комнаты. Может, другую комнату надо открывать, да. Ну ладно, пошли. Так, ну здесь мы были в другую сторону крыльца, пошли в другую сторону. Крыльца? Да в смысле другую сторону? Здесь мы все открыли. А, все, тогда пойдем наверх. Пойдем наверх. Другой твой. Времечко надо посмотреть. Времечко половина. Половина, у нас еще дохуя время. Блять, вот! Ну, где ты? Наверху. Ну и че там? Е-то. Бля, смотри, тут ребенок. Йорон, Е-буква. Е-буква. Тут еще Джей-буква. А, Джей-буква, да. И вниз можно пройти. А да. Вот и бля, тут что-то е. Я карту нашел, еще одну. Бери. Я не могу там пройти нихуя. Но я Е-букву тогда сброшу. Подожди, стой. Вот, дверь открыл на первом этаже. Буква J. Тут противовесы какие-то, ты видишь это? Видите? Вот да, это. Все, смотри, я нашел. Поднимайте эту хуйню. Колян, прыгай на эту хуйню, Колян. Стой, погоди. Куклу. Поднимай вот эту парашу. Сейчас иду. Смотри, поднимай. Давай я прыгну туда, вы пройдете нам. Бля, я зашел через дверь же в главной зале. Нахуя ты? Подними эту поеботу, я карту заберу. Давай. Сейчас я тебе туда заберу. Я сел, вот сел. Да ну не эту, ближнюю убьет? Поднимай. Заходи. Все, давай. Давай, я... Блядь, я умер, нахуй! Поднимай дальнюю. Да, заходи. Давай дальнюю поднимай. Я опустил эту хуйню, блядь. Не то взял. Вот. Во, заебись. Беги ж ты, говно, блядь. Поднимай дальнюю. Сейчас. Ну. Да и... Сейчас. Блядь, а чё мне-то было не пролететь просто? А я не знаю, почему. Все, я взял. Бля, не туда пошел, что ли? Бля, карта там осталась. Карта там осталась, надо что-то придумать. Так я вылетел. Ну так надо поднимать их просто опять, да и все, поднимай. Очень странно. Ну давай, ты неси, а я подниму, давай. Ты неси этот ключ, а я понесу. Все, нормально? Пойди, проходи. Прохожу. Проходи, Колян.
Вот и все, ничего себе сервис. Ебать, так, теперь красава. Теперь надо с оранжевой картой что-то сделать. Смотри, давай посмотрим, что здесь осталось закрыто еще. Это надо на второй этаж идти. Не забываем, вот, смотри, вот, 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 Колян. Иду. Тут закрыто. Значит, не отсюда. Пойдем на второй этаж, значит. Пойдем. Здесь больше нет дверей. Пойдем в другую. Второй. Быстрее, у нас времени мало. Нет времени вообще, блядь. Запаниковался. Так, ну здесь, смотри, здесь мы были. Вот тут. Закрыто. Вот, было. Вот тут, Колян, вот. Ну ты где, Колян? Ну полчаса мне, вот. Вот дверь. Хуй там, пошли дальше. Попробуй. Вот эту пробуй. И вот эту пробуй. Попробуй, Колян. Пробуй, Колян. Иду я, ну что такое? Вот эту пробуй, последняя осталась, давай. А, бля, тихо. Закрой обратно. Пробуй ее, Колян. Ну, молодец. Все, сломали карту нахуй. Нет, пошли все на другую сторону. Там нету ничего. Ты хотя бы ее убери отсюда, чтобы она тут не стояла. Да нормально, пусть она закрыта будет. Пойдем. Странно, она не работает, получается, а в другой стороне разве есть дверь? А здесь, да, есть, конечно. Вот здесь, Колян, иди сюда. Тут дохуя, Колян, давай сюда быстрее. Колян, попробуй вот эту дверь. Нет, нихуя не работает. Так, ладно, тут дохуя дверей закрытых, Колян. Не вытягивай, не надо. Ой, ты сломал! Нормально, пошли. Значит, она была от нее, а еще другие, конечно, проверили. Все, нормально, пошло. Куда что? Тихо. Вот, вот тут детская. Он что-то пиздит. Во, кубики, смотри. И что? Вот сюда надо вставлять. Эта карта должна была сюда подойти. Вот, смотри, 1, 2, 3 цифры. И что? И сюда надо, видимо, вставлять какие-то... А, Б, С, вон еще есть, 1, 2, 3. Сюда надо вставлять. Вот я видел смайлик, смотри, нашел. Здесь еще сейф, надо тут решить загадку. Какую? Не знаю. Тут какая-то зеленая майнкрафтовская кукла, блядь. А, вот же кубики, смотри, тут есть сети, вот кубики, да, надо смотри. Их доставать. Какие вот, кубики? Вытягивай. Так вот, смотри, вот их дохуя. Да не тут надо их. Пазл сложить, походу. Не вытягивай так. А, да ладно, ебанулись, что ли? Да я тебе серьезно говорю. Только они переворачиваются, видишь, как. А как их класть-то? Ой, а как их зафиксировать? Хуй, они, наверное, должны просто приклеиваться как-то сами. А как их фиксировать-то действительно? А переворачивать их как? Какой, а? Не знаю, как. Че за ебальник? Как-то уже физиган. А, вот, подожди, тут что-то 1+1. Был такой фильм 1+1. Где 1+1? Значит, вот. У меня в руках, смотри. Тут какая-то, блин, форма. Тебе нужен? Тебе нужен 1+1? Да это ебало какая-то на самом деле. О, я поставил одну! Вот, так, надо искать, куда? Просто что подходит, что куда. Смотри. Тут надо ходить прямо и подбирать. Да, просто ходите и подходите к стенам, и все с этой хуйней. А ты на букву Е, да, это делал? Нет, она сама встала. Ладно. Ебать, заебешься. Заебешься, да. Да не. Сейчас что-нибудь придумаем. Ну, ставься кусок, блядь, высоты. Который не подходит, дерьмо. Надо откидывать просто в сторону. Подберите такой же, блядь, вот к той, которую я уже поставил, вот это вот 1+1, которая. Да тут какой-то смайлик. О, вставил еще. Одну еще. Ты вставил туда? Угу. Нет, это не подойдет. Подожди, давай надо вот на нормально еще. Искать просто. О! Я еще одну вставил! Да они не справляются, ну, уже пизды. Тут я нашел. Блять, уронил, Колян. Может это? Вот, нашел я, смотри. А, не, нет. Вот не, это нет. Ты правильно нес, Лех, вот это. Вот это? Который ты нес. Не. Вот это? Да. Не лезет. Вот по-моему, я нашел, по форме. Не лезет, к сожалению. Я нашел. Нет, вот у меня по форме вот очень, в принципе, подходит. Все. А, поставил. И чё? 1+2, +3, +4, зачем? И сколько это? Теперь другие надо везде вставить. Ничего, мы просто суем дальше. Вот, нашел. О! Ну, блях, еще не везде. Это какая-то, блядь, пидрильская. И тут слово, блядь. Это не головоломки, это какой-то, блядь. Залупа какая-то, блядь. Залупа, блядь, да. Да хуй знает что, нахуй. Ну, блядь. Ну, давай уже тогда вот эту доделаем, да. Давай. Да что-то нихуя вот не доделывается она. Да надо по форме блядь, просто искать, чего надо по форме. Вот я нашел. Вот это, отойди. Вот смотри. Давай. Во, видал? Так, вставил. Блядь, так они еще не подлазят с первого раза, это хуеплеты. Так, сейчас посмотрю, что там. Так, вот она, смотри, отойди, Лех. Давай. Во. О. И еще последняя. Это не она. Это точно не она. Последняя. Вот это, вот она, отойди. Может, вот это? Вот она. Сука, не она, прикинь. Нет, не это. Так, подожди, сейчас, по форме. По форме она такая ёбнутая какая-то. Да. Подожди, может это... А, низ, да, надо закрыть. А, вверх, да? Да. Ну-ка, подожди, может это... Да хуй там, блядь. Да нихуя не подходит вообще.
Вот она. Это она. Тоже нашел, не нашел, это... нашел. Нашел, давай ставь. Нет, хуй, не она. Да какая же тогда, блядь? Надо еще не только по форме, надо еще посмотреть, где нарисовано-то. Да это хуйня, что нарисовано, главное по форме, чтобы подошла. Блядь, да подбирайте просто так наугад, блядь, что-нибудь влезет. Же мы так долго будем, у нас так времени хуя нет. Отравимся скоро нахуй газом, блядь. Ебать, ну пиздец, парнота. Пизду, блядь, пойду нахуй на... Во, я следующую уже ставлю нахуй. Потому что мы время так, блядь, потеряем много. Я тоже еще одну поставил, но только в другое место. Ставьте просто в разные места и все, потому что мы так будем долго, блядь. Ну да, методом уже исключение. Методом тыка просто, блядь, делайте и все, потому что это будет долго-то. О, я еще одну поставил. Ну, бля, они так не подходят ни хера, какие-то парашные, блядь. А, так вот она валяется, ёбана свет. Она ну, спряталась стуся, за кроватью, тварь. Педрила. Туся, залупа, блядь, конская, твою мать, а. Вот, смотри-ка, нашел. Так, еще вставил одну. Так, сюда все ставили, да? Вот, все заебись. О, ставили, да. Ну, лезь. Че же она, ебты. О, есть, так. Сколько Гавнина осталось? Ебаная. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть осталось, смотрите. О, есть, еще одну поставил. Угу. Так, а здесь я, по-моему, видел что-то такое похожее. А, так сюда вообще нихуя не лезет, да? Какой интересный. А как это так тогда, блядь? А, наверное, что-то выпадет, я думаю. Не-не-не, ну как ничего не лезет? Давай попробуем, как не лезет-то? А, вот лезет. Вот все лезет, что вы ебете? Действительно. Вот, остался последний. Ну и все. И что? И что-то надо решить. Смайлик, смайлик надо куда-то прицепить, смотрите. А, это типа где правильный ответ, надо смайлик кинуть. А, точно. А где ответ? Охуенно. Здесь нет ответа, здесь просто надо... Здесь нет ответа, надо... только просто вопросы. Подожди, а может сейф открылся? Нет. Сейф не открылся. Тут смотри, написано, да. Там в каждой ящике написано равно. Вниз в ящик, посмотри, тут... написано равно. Вот это что такое, блин? Ну-ка, подожди, надо отсюда. Смайлик закинуть в нужный ящик, да? Да закинь-то в любой сразу, блядь, да и в рот ебать. Ну давай в этот закину, предположим. Хуй, давай следующий. Нет, надо попасть в эти ячейки, подожди. Какие ячейки? Ну там еще хуйня это. Мы цифры-то не находили, да, вообще? Ну, блядь. Нет, давай следующий. Книги. По-моему, это не то все, блядь. По-моему, мы что-то не то делаем, нахуй. Подожди, следующий. Тут кукол может напихать. Подожди, а это что за... А, это книга. Кукол? Ну, типа, сколько кукол... Хотя нет, это ерунда, все. Бля, ну порнуху ты нашел, Колян, конечно, я ебал. Просто жесткое, блядь, порно, понимаешь? Хард, блядь, ёпта. С куклами, просто с игрушками, пиздец. Блядь, что да, за да, пиздец? Да, блядь. С Майнкрафтом, блядь. Да я открыл сейф так. Просто так, хуемазки-то ебёте. Как берите это... карту, блядь. О, да он выйдет просто двери, блядь. И... Да, просто так ты его ага, открыл. Конечно, она не открывается, она не засчитывает. А вот, всё. В смысле? Засчитали тебе? Все, нормально. А нахуй нам смайлик тогда? Она заделывается, обратно задергивается. Да дай я её вытащу. Зачем ты вынес дверь-то, блядь, из этого ебаного сейфа-то? Так нахуй она теперь нужна? Нам нихуй... Бери её. Теперь нам нахуй ничего не засчитают. Подожди, стой, дай я возьму. Вот, где все, она, на, как? Бери. Вот она. А, вот она. Все, пошли. Да, бля, ну что, пиздец, конечно, да, блядь. Я взял, давай, все, пошли. Все, убрал дверь наверх. Нифига блядь, себе, застрял. Загадки, как орешки, смотри. Вообще ебашим, блядь. Блядь, ебать, а. Все, пойдем вот сюда, пошли вот сюда, открывай. Бля, дилетанты делали карту. Ну иди да, сюда, ну ты чё? Да не могу, я проверю. Да выйди ты быстрее, ну ты заебёшь. Дай я её вытащу. Возьми, вытащи её. Что происходит? Вот отсюда открывай. Карту не могу вынуть. Вот. Она не вылезает оттуда. Бля, вы чё, угораете? Дай мне карту, отпусти её. Бери. Отпусти, да я не могу её взять-то сейчас. Веро. Всё, иди, назад, иди, назад. Почему там же дверь есть? Вот двери, блядь. Так там же тоже дверь есть. Ну так... Вот эту ещё. Ближе ведь. Да хуй там. Времени у нас не остается. Открывайся, почти. Кусок. Бля, ну на ту говна, сторону, блядь. Пошли там быстрей. Ну, блядь, вот блядь. Еще дверь. Ну так, а я к ней шел. Так давай быстрее, у нас времени, а вот дверь. У нас времени и вообще хуй. Не осталось, хуета пошла. Хуй там. Давай, быстрей, вот дверь. Подожди, блядь. Лех, ну не интернет. Вот, все, открыл. Что там открыл? Сука, нет, закрылся. Куда ты? Иди порой вот эту дверь-то. Какую дверь? Вот эту ты не проверил. Да подожди. Вот, ой. Ты чё, блядь? Там какая-то хуйня бегает. Давай, я её вытащу её, смотри. Зачем ты вынес дверь? На меня-то, блядь, её зачем кинул? Давай выкину её нахуй отсюда. Может, ещё внизу остались двери? Пусть он бежит здесь. Всё, пойдём сюда. Ты чё открыл-то? Скажи, чё ты открыл-то, блядь? Вот это я открывал, блядь. О, смотри, я вынес дверь. Ну, молодец. А я войти... А, могу. Всё, заебись. Пойдено. Вот проход вниз. Подожди, надо пока так рано. Мы тут были, блядь, это коридоры были. Эти ебаные, нахуй.
Но он что-то сказал, подожди. 1, 2, 3, мы это же не видели. А, подожди, это... Черт, что я упал-то? Надо подожди. Твою мать! Вот ключ, очередной ключ карта, блядь. Так а вот сейфы ебаные. Так вот, вот сворачивай. На, забирай. Охуенно, блядь, играть. Нахуй загадки, правильно, блядь. Вот их ебать, блядь. Пошли открывать следующую дверь. Подожди, вниз спрыгивай, тут еще буквы. Я не могу ее вынуть, Колян, вынь ее оттуда. Да нахуй тебе буквы-то? А тут еще кей-карта красная есть. Забирай ее. Я не могу желтую вынуть, Колян. Бля, Колян, ну это... Куда ты ее скинул-то? У тебя пушка, да вот она здесь лежит, я вынуть ее. Бля, мужик этот все бежит, нахуй. Снять ее отсюда. Колян. Я-то просто, смотри, я снизу нашел еще одну карту. Вот такую. А, ну так да, положи ее, эту самую, вот эту выкинь. Тут, блядь, я еще одного мужика нашел. А вы внизу, что ли, были, да? Так, все. Так, это хуйня, ну. Все. Желтая карта, ну, есть. И красный у нас. Так а все, больше нету ничего, за всеми дверями пусто осталось. Подожди, вниз-то надо, вот я спрыгнул вниз, тут что вообще происходит? Так что там? Да скажи нам, просто надо вниз-то или нет, блядь? Это сейчас, это все, допустим, что ломается этим. Куда ты спрыгнул-то? Он вниз спрыгнул. О! Смотри, что я сделал. Чё? Что ты сделал? Ты внизу? Где ты? Да, внизу, внизу, внизу. Дверь открыл? Вот сюда заходим, да. Ты в самом низу? А, нет. Да дверь-то эту... Тут эти мешаются, баклажки. Да, нормально все. Все, проходим. И чё? А тут еще одна буква К. А ну и у нас еще теперь есть два этих, две кей-карты. Ты смотри, красные. Я не могу с ней выйти. Да-да, я ее так вот я все двери пооткрывал уже. Да что происходит? Где нет, где? Там надо сейф теперь открыть. Смотри, красная кей-карта. И что она сделает? Еще оранжевая. Пошли к сейфу. Оранжевая где? Да оранжевая мы уже открывали, она на втором этаже валяется. Нет, она новая. Нет, желтая которая, вот желтая. Давай красную я открою. А сейф, куда сейф пропал? Вот он. Вот, вот сейф. Ну? Ну и что? Сейчас я с желтой приду. Нихуя не получается, блядь. Где карта-то? Вот она. И сейф не открывается, нихуя, прикинь. Не открывается нихуя, да. Да, блин, тут косяки какие-то. Так а в сейфе-то нет нихуя. О! А, да, нет, не он. Что происходит? Подожди, я... Всё. О, я открыл, я лекарство открыл! Я вытал открыл? Лекарство. Ну и все. Ты выжил. You have survived, да. Сейф-то надо сжечь, значит. Зачем? Давай сложим тут мебель всю нахуй. Телевизор вот откуда он вещает. Чё он смотри, сказал? Экран остался, все. Че он сказал? А вот же автор, смотри, вот автор. Вот его, блядь, где? Портрет на камине. Вот на камине портрет, видишь? Прям вот это автор и есть. Вот мелкий, блядь. И че, и все? Нет, мы должны, наверное, выйти отсюда, подожди. Так вот, пойдем на улицу. Выход. Вот выход, конечно. Ну и все, делов-то, блядь. Congratulations, вы выиграли Твиттер. Ёб твою мать. Твиттер выиграли. Выиграли Твиттер? Мы выиграли, блядь, целый Твиттер. Give yourself a cookie. Возьми с полки пирожок. А все, это начало. Все, хуета. Охуенно мы прошли, да? Все загадки загадали. По-пацански нахуй разъебали просто. Все можно отодвинуть. Вот это все двигаем, короче. Я уже пролетел сюда. А здесь у нас create, это вся фигня. Все, я вылетел за пределы карты. Можно посмотреть, что где. Давай. Я тоже вылетел. Я полетаю. О, нихуя. А бля, тут лес еще есть, нихуя себе. Ебать, тут лес. И че, зачем? Да это просто так. Это не зачем, мне кажется, это просто так. Ты че, охуел целый лес просто так? Да какой целый лес-то? Тут могила, блин, какая-то. Черная дыра. Ну и все, давай тогда заканчивать на этой хуй. Блять, ну Колян, ну и карту ты опять подогрел, конечно, блядь. Так смотри, сколько загадок было, и мы все. Пиздец, разом просто, блядь, как. Главное, заметьте, что все мы решили честно. Естественно, обязали. Не прибегая ни к. Смотри, лес загорелся зеленым. Где загорелся? Только что у меня. Да это было опять нет, это хуйня, интоксикация. Это интоксикация. А, ну интоксикация. Давайте на этом заканчивать, потому что это пиздец. Мы уже час, наверное, хуйней-то страдаем, получается. Видео будет очень длинное, бесполезное. Но как мы вначале и сказали, будет... Ебать, это чё? Браво, это Колян ракетница. Ой, блядь, ну началось, сука. Как дитё, блядь. Как обычно, сейчас стрелять. Ну-ка, посмотри, что он делает. Пиздец. Ой, короче, ладно. Давайте прощаться с этим делом, нахуй. У нас один психически неустойчивый человек начал пальбу. Да, человек есть так. Есть, да. Как мы и обещали, очень скучный, невеселый, бесполезный, абсолютно нахуй неинтересный выпуск Гаррис Мода. Как мы и обещали в начале, собственно говоря, никакого угара, все по-серьезки. Решили все загадки, не пользовались читами.
Просто мысль была, мысль сказана, мысль реализована, ключ взят, пошел дальше, открыл, хуил, нормально, лекарство выпил, спасся, все. Мы пошли, Это ты просто вкратце рассказал, что мы делали в этой серии. Ну а нахуенно кто-то сейчас перемотал наконец, я им просто рассказал, что было, потому что смотреть эту серию нахуй не надо. Вы ничего не пропустили. Ничего в этой жизни. Вы, если посмотрели эту серию, то потеряли минут 50 своей жизни. Если включите эту карту, пройдете все по-честному, то вот такой же вот результат будет. Да, в конце, да. Будут вынесены, все будет разбросано, вот... Именно так. Если хотите, самое честное прохождение, пиздатое все. Да. Это гайд. Вот ищите Гарри Смод гайд и натыкайтесь на эту карту. Это гайд по прохождению любой карты Гарри Смода. Я так видео назову, все, заебись. Кликбейт будет. Давай мы все так назовем. Давай. И скриншот один поставим с твоим лицом. Ты сфоткайся. Мы поставим превьюшку твою. Точно. И все, да. И все нормально будет. И без проблем. О, что-то пиздит. Он что-то говорит еще. А я в библиотеку зашел, он опять начал что-то чудить. А, ну все. Он что, по новой начал? Да. Короче, давайте одну и ту же превьюшку везде поставим. Давайте, да. Мы не против, как бы. Ну, только с твоим лицом ты сфотографируйся, нам скриншоты. Да, и нам тогда перешли. Ладно, хорошо. И назовем одинаково, причем плей вот этот, знаешь, значок твой. Окей. Описание твое возьмем. Ссылки оставим. Подписывайтесь на паблик, на твиттер, на вот это. Да. Так что ссылка на плейлист. И давай еще сделаем, знаешь, что вот это раньше здесь было. И вставим еще в начало. Чпоньку. Да, чтобы ничего не... И вообще одно и то же видео просто возьмем на трех каналах, выложим смонтированное, блядь. Твоего лица, точно, давай, все. Это будет прикольно. Да то... Не, ну а что, у меня голос нормальный, всех записался, можно просто тупо... Ну не, это будет не прикольно, это будет не смешно. Это будет нормально, ни у кого никакого не было, блядь. Мы выложим разные видео, а называться оно у всех будет одинаково. Оно будет называться одинаково, заставки начали, конечные дни, превьюшка одна и та же. Все будет заебись. Поэтому... Описание, конечно, описание, реклама, короче, я пацанам заплатил, это был проплаченный выпуск, они работали за рекламу, ой, наоборот. За еду. Да какую еду, я вам денег плачу, чтобы вы прорекламировали мой канал. Все, ссылка будет в описании под видео, подписывайтесь на все три канала, комментируйте, ставьте лайки и запомните, что у всех будут разные пизда рулям. Всем до встречи в следующих кооперативах, мы, как и обещали, карта хуйня, видео хуйня, описание пиздатое у всех будет. Все, всем пока. Хорошо, всем пока. Всем пока. Раньше здесь был мат.